Узаконьте нашу мечту. На улицы американских городов вышли те, кто выступает против отмены введенной при Бараке Обаме программы ДАКА. Она призвана защитить тех, кто, будучи несовершеннолетними, нелегально въехал на территорию США. О желании Белого дома отменить эту программу недавно сообщили американские СМИ. За несколько лет ДАКА помогла сотням тысяч иностранцев избежать депортации. Эту группу людей в США часто называют мечтателями. Нас более 800 тысяч. Тех, кто подал заявление и кто приехал в эту страну не по своей воле. В основном мы просто следовали за родителями. Они хотели для нас лучшей жизни. А в Мексике это было бы невозможно. ДАКА много значит для меня. Эта программа дает мне возможность учиться, чтобы я могла добиться успеха в будущем. Она позволяет нам работать и ходить в школу. Учеба стоит дорого, и нам нужна эта помощь. Для нас важно чувствовать поддержку со стороны президента и государства. Участниками программы могут стать только те люди, которые приехали в США до того, как им исполнилось 16. Также при рассмотрении досье смотрят на то, есть ли у заявителя высшее образование и была ли у него судимость. Thank you.